Не за горами очередной призыв в армию. В столичной автошколе готовят курсантов. Это как раз тот случай, когда призывники заранее знают, кем будут служить в вооруженных силах. С курсантами пообщалась Юлия Важенина. Самое главное, чтобы не совершили дорожно-транспортные происшествия. Внимательнее быть. Последние наставления, и курсанты рассаживаются по своим машинам. Так здесь начинается каждое утро. Ежедневно по 2 часа призывники отрабатывают вождение. Весной парней должны призвать в армию. А служить они будут по специальности военный водитель. Они у нас здесь проходят обучение и правил дорожного движения, устройство военной техники, техническое обслуживание военной техники, мирное время, боевое время. Полностью проходят психологическую подготовку, физическую подготовку. По началу, как они приходят, мы с ними проводим занятия по бегу, по стрельбе. Полностью готовим водителей к службе в вооруженных силах Российской Федерации. Прежде чем сесть за руль, курсанты изучают устройство автомобиля, ведь в случае надобности им придется и ремонтировать самим машину в дорожных условиях. Это сердце автомобиля. Когда он крутится, работает, все крутящие моменты у нас передаются дальше. И транспортное средство у нас двигается. Моя задача их обучить вождению, правильному троганию, остановке правильному и смотреть за дорожной остановкой, чтобы не попало в аварию. Сергей Никитин теперь с автомобилем на «ты», знает, что и как тут устроено, какую функцию выполняет та или иная деталь. Эти знания ему пригодятся и в армии, и по возвращении домой. Каждый мужчина должен сходить в армию, получается. Вот. Только после этого может называть себя настоящим мужчиной. Мой брат был водителем в армии, рассказывал много интересных историй про жизнь вот, именно водителя. Сказал то, что вот жизнь проходит бурно очень, и поэтому как бы решил тоже пойти водителем. Эти ребята к службе уже готовы, но прежде им предстоит сдать экзамены на право управления спецтехникой. Таким образом, сотрудники ГИБДД вынесут свой вердикт о готовности призывников к службе. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика.